Ваше Высочество, Галданы Цецен находятся на грани войны. Когда двое монголов друг против друга готовы перерезать глотки, то это очень хорошо для меня. Когда шакал пожирает другого. Брат, что нам теперь делать? Ты беги. Сейчас же беги. Беги. Доставь сообщение, что мы в меньшинстве, но я не могу оставить тебя здесь. Беги. Я не оставлю тебя здесь. Просто беги. Галдан.